Я надеюсь, ты хорошо отдохнул и готов к новым тестам. Дай мне знать, когда будешь готов выйти на трассу и приступить к сегодняшней программе. Чисто. Так, для начала нам нужно проверить системы КЕРС и ДРС. Нажми и удерживай кнопку рекуперативного торможения. Отлично, теперь ДРС. Чтобы включить эту систему, нажми соответствующую кнопку. Для отключения нажми ее еще раз или притормози. Перед тобой другой болид, похоже, он отрабатывает старт. Используй систему рекуперации энергии, КЕРС, и снижение турбулентности, ДРС, чтобы обогнать его до финиша. И постарайся без аварий. Удачи! Правильно использовал систему КЕРС и заднее антикрыло и смог обойти соперника. Запускай. Перед тобой три машины. Используй систему рекуперации энергии, КЕРС, и снижение турбулентности, ДРС, чтобы обогнать их до финиша, который находится за шикарным. И без аварий. В гонках используются четыре типа шин – жесткие, мягкие, промежуточные и дождевые. Жесткие шины изнашиваются медленнее мягких, но уступают им по сцеплению с трассы. Мягкие шины отлично держат дорогу, но быстро изнашиваются. Промежуточные шины предназначены для сырой трассы, а дождевые – для езды в ливень. Хороший гонщик должен беречь шины. Это позволяет разнообразить стратегию гонок и дольше обходиться без пит-стопов, не рискуя потерять сцепление с трассой. А лучший способ уменьшить износ резины – плавная работа газом, тормозом и рулем. Кроме того, нужно избегать заносов и пробуксовки, которые тоже сокращают жизнь шин. Сейчас проводит испытание дождевой резины. Воспользуйся этим, чтобы почувствовать разницу между мокрым и сухим покрытием. Твоя задача – пройти последний сектор по оптимальной траектории. Учти, что на мокром покрытии тормозной путь увеличивается, а шины хуже держат трассу. Трассы.
Двигатель. Ты отлично справляешься. Осталось последнее упражнение. Старт и первый круг. Как только огни погаснут, трогайся с места и вспомни все, чему я тебя учил. Учти, твое время фиксируется. Двигатель отрегулирован на полную мощность, так что ничто не мешает тебе показать отличный результат.